Приехали, заявили, что вот будет там. Еще вырешили посмотреть. Вы нарушаете права наших, наш. Можно ваши документы? Нет. Почему? Вы нам не разрешаете мои дать документы? Вы уже нарушаете мои права, правильно? Нет, вы вначале мои, не показав на вас свои. Что у нас проблемы? Проблема в том, что вот нас тут товарищи не хотят машин, да, мы приехали отдохнуть. Естественно, у нас, сами знаете, жизнь какая, зарплат нет, того нет. Давайте не об этом. Да. Вот, мы приехали отдохнуть нормально, спокойно. Сейчас приехал дядька на лесопеде, сказал, то завтра в 9 утра выезжать, то уже сегодня вечером выезжать. Значит так, мы приносим свои извинения за то, что мы никак не могли определиться с временем. То, что мы будем здесь перекрывать и перерывать, это мы переносим на завтра точно на 9 часов утра. Я уже договорилась об этом. Но так как вы находитесь на территории городского пляжа, вы обязаны освободить. Это территория городского пляжа, которая закреплена за коммунальным предприятием «Экосервис», и которая в этом году нам бюджет в этом году не предоставляет никакие финансы, чтобы вот это вот за вами все здесь убрать. Значит, поэтому, уважаемые, я вас очень прошу. Сейчас через 20 минут придет милиция, будут составлять протоколы. Давайте так, я только что звонил, мы здесь в профсоюзе состоим, мы звонили туда. Это территория городского пляжа. Будет все. Не, согласен. Вот смотрите, у нас тут 5 машин, да? Да. Дайте спокойно. Я подсогласен, новых не пускаю. Дайте нам, мы приехали. Да. Тише, мы, тише. У нас нет таких, да, не можем мы снимать себе. Не надо снимать, вот. я поэтому... не отправляю. По какой причине, я не знаю. Поэтому, смотрите, я не могу, ну, физически неправильно, финансово мы не можем вас здесь содержать. Поэтому будьте добры. За вывоз, допустим, мусор. Мы можем сами заплатить. Мусор платить. Вы не можете сами платить. Нет, каким мы частично образом? Заплатим. Ну как? А что значит? Не, ну, это ж не Шарашкин, это детский сад. Вот почему детский сад? Вы сами сказали, приходите в бухгалтерию, оплачивайте отдых. Если человек заключит договор конкретно, он оплатит в бухгалтерию. Ну вот мы вам сейчас оплатим аренду 5 квадратных метров. Вы же приехали на проспект, не стали палатками на проспекте. Поедьте в любое другое место, где вам разрешат разместиться на территории городского пляжа. Ни в Бобрево, ни в Величевске, ни в Одессе. Это территория городского пляжа, которая закреплена за коммунальным предприятием. Я за это должна платить, вывозить, платить и убирать. У нас денег нет. Поэтому при большом уважении к вам, завтра утром в 9 утра здесь будет экскаватор. Он перероет. И как вы будете отсюда выбираться, я не знаю. Мы нормально, мы свое, достаем свое время, а потом... Нет, где? На каком основании вы здесь стоите? До пусть перерывает, дайте... На каком основании вы здесь для стоите? Городка, нету места для палаточного городка. Ну раньше ведь 10 лет, на протяжении 10 лет было. Вот эту площадь. Ребята, ну зачем? Это вот. Я вас слышу, да. Здесь у вас за горой отъехать. Вот, за горой отъехать. Мы завтра перероем, девочки. В 9 утра мы перероем. И вот это мы все должны убрать и вывезти. Видите, что творится? Вот это все надо убрать и вывезти, потому что завтра придет майор. Сняли вам. Нельзя вас решить просто так. Я сейчас Леонида Федоровича засниму. Понятно. Раз уж мы приехали, мы достояли мы свои достойки. Вы сами прекрасно понимаете, почему мы тут стоим. А потому что наши зарплаты, наши квартплаты не позволяют. Поэтому не можем мы снимать. Карман. Сюда приехать. Да, плюс пойти скупиться. Да. Такой город все равно мы попросим. Что, не получается? Да. Вот, куда выше, пожалуйста, переместитесь и все. На 100 метров выше. Все. Вы будете ходить, пользоваться моим пляжем. Но не палаткой. Частично оплатим эти, что нам спокойно, 5 машин, спокойно не стоите, других не пускайте. Мы не имеем права, я же вам заключать сказала. Можем объяснить. Вы бюджетная организация, да. Я с вами согласен. Без лицом заключить, без лицом, при любой, нам не разрешает. Понимаете?
А предписание мне уже принесли. Аля, упал бы за подписью у мэра. Убрать, все сейчас убрать, принесли порядок. Не могу я тут убрать. Зато предписание 5 лет. Поколение. Инфантильное поколение.